Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Статья, которую я сейчас озвучу, называется «Дай определение понятию идеальная футбольная команда». Написано 8 декабря 2012 года. Итак, начинаю. Один из читателей сайта заметил, что я пишу прописные истины, что, мол, ничего нового и того, чтобы удивило, заставило задуматься, нет. Удивительное дело. В тонах научной, в кавычках, футбольной литературы вы найдете ровным счетом ничего из того, что есть в моих 12 книгах. Ну, уже сейчас 16. Оказывается, все их нутро, это моих книг, прописные истины. Возникает естественный вопрос. Если содержание всех моих книг прописные истины, то почему меня считают еретиком, белой вороной, утопистом, дилетантом? Что-то не стыкуется. У меня возникла идея. Решил поучиться у вас, уважаемый слушатель. Чему? Уму-разуму. Сейчас объясню, что имею в виду. Ни один плотник не приступит к изготовлению стола, если не будет иметь в голове его идеальную модель. Объясню. Прежде чем начать изготовление, плотник сформирует у себя в голове образ идеального стола, по своему разумению. То есть, он еще до начала работы определит для себя, какое дерево он возьмет для работы, каким инструментом будет его обрабатывать, какой использует клей, какой лак, и, разумеется, утвердит в своей голове конструкцию стола. Другими словами, плотник создаст у себя в голове идеальную модель стола. Логично? Тоже касается слесаря, архитектора и так далее. Это уже жизнь подкорректирует все идеальные модели. Где-то придется заменить клей из-за банального отсутствия необходимого, где-то снять незапланированно фаску на какой-либо детали, где-то поменять отделочные материалы из-за круглогодично палящего солнца, а где-то усилить опоры из-за незапланированного утяжеления подпираемого блока. Все в этой жизни может быть, но без идеальной модели обойтись невозможно. Без нее легко обходятся только умственно отсталые, у которых улыбка не сходит с лица. Я это веду к тому, что некоторые горе-специалисты не видят никакого смысла утруждать себя какими-то идеальными моделями. Они, видите ли, и так знают, что создают. Но разумеется, куда уж нам, лапотникам? Это ведь они берут Лигу чемпионов, это ведь они привозят из Токио межконтинентальный кубок. Это ведь они не выпускают из рук Кубок мира и Кубок Европы. Это ведь они спокойно выводят команду в чемпионы страны и удерживают корону десятилетиями. Что? Неужели я ошибся? Ничего не берут? Не удерживают даже 3 года, не говоря уже о 10? Почему же тогда им не нужен маяк, путеводная звезда? Почему они шарахаются от идеальной модели, как черт от ладана? Как можно идти во тьме? 100 раз писал о том, что это мне напоминает восхождение слепого на Эверест. Вот почему на наш футбол нельзя смотреть, ребята, без слез, стыда и позора. Может быть, они не приучены думать? Это уже ближе к истине. Все остальное додумайте сами, уважаемый слушатель, если захотите, конечно. У меня есть предложение. Каждый, кто прочитает эту статью и у которого появится желание оставить в комментариях свой вариант идеальной модели футбольной команды, сделайте это. Говорят, что на моем сайте обсуждать нечего. Вот и появится ярчайший предмет для обсуждения. Только хочу сразу предупредить, определение типа собрания единомышленников, единый коллектив, нет смысла делать из-за их неконкретности и чрезмерного обобществления. Определение должно быть таким, которое можно использовать как инструмент в ежедневной работе, как лакмусовую бумажку на разных этапах создания команды. Определение должно раскрывать тренерскую идеологию. Определение должно быть таким, чтобы корабль доплыл до намеченной цели. Я не пророк, но уверен в том, что подобных определений будет очень мало или не будет вообще. Ровно через год я дам свое определение понятия «идеальная футбольная команда». Определение, которое я вынашивал в своей голове не один год. Но дам я его только в том случае, если увижу в комментариях к этой заметке хотя бы 10 определений. А если не увижу такого количества, то это будет однозначно говорить о безразличии к главному футбольному вопросу, впрочем, как и к футболу в целом. А те, кто оставит свое определение в комментариях, независимо от того, отреагирует кто-то на них или нет, не останутся без моей реакции, обязательно откликнусь и выскажусь.
Сделаю это хотя бы потому, что люди потрудились высказаться и не побояться различных насмешек и необоснованных поучений. Все комментарии желательно начинать с фразы «Идеальная футбольная команда – это…» и дальше по тексту. Всем успехов, процветания и оптимизма. У меня все, господа.